Всем здрасте. Сегодня у нас вот такая вот пациент на яме. Все вот так вот это дело выглядит печально. То, что оторвало крепление на кардан. Промежуточное это крепление. То здесь нужно будет сделать. То, что загнулось, туда чуть-чуть выгнуть, приложить, прихватить и выставить все на свои места. Сегодня работа такая, холодно, яма до сих пор открыта, гараж не стоит. Приходится работать и в таких условиях. Выгнал вот этот металл, который идет на этой шахте. Выгнал наружу. И теперь вставляю на то место, где она была. Крепление. И сейчас сделал одну точечку. Прихватил. И можно теперь потихоньку подгибать, подогнать. Если что-то не так, то можно ту точку срубить. Вот так оно получилось здесь, с этой стороны. Все подошло, все на свои места встало. Но она завалена, этот край, вовнутрь. То сейчас прихватить вот эту часть нужно. И потом за эту заломать обратно, вытянуть его назад. Ну, сейчас прихвачу здесь. Потом... нужно будет делать это все довести с этой стороны. Заломать решил вот таким способом домкрат. И под углом, да, на пеньке под углом. Вот оно все. Это дело сейчас вытягивается. Становится все ровным. Вот оно сейчас в плоскости этой шахты. И теперь можно все прихватить, подстучать, чтобы оно вытянулось именно по металлу самому. Оно вытянется и будет без напряга держаться ровно. Ну или еще один способ. Это можно чуть-чуть перетянуть, чем положено. То есть она уже наискось пошла. И отпустить. Донкрат, и все, она стала на своем месте. Можно и не простукивать. Ну, сейчас можно попробовать обстучать, подровнять кое-где и начать приваривать. Вот так он там поприхвачивал. Там все было разлохмачено. Металл весь. Вот так. Похватал, ну, то есть приварил, дал остыло, следующую приварил, остыло, и так потихоньку, не спеша, чтобы не перегревать сам металл. Вот с этой стороны сильно так выпирало. Здесь есть такой излом, ребро, ну, как бы ребро жесткости, и оно было на уровне с ним. То здесь придавил домкратом в эту часть, и она подалась туда. Все там с этой стороны все осталось на месте, ничего не изменилось, и там выровнялось. Сейчас откручиваю само крепление и буду обваривать там внутри. Там еще металла частично не хватает. Делать с кусков, и будем это дело заваривать, чтобы не отвалилось. Снял я это крепление. Вот оно все так вот печально выглядит.
частично металла нет. Вот здесь отверстия конструкционные, они и были. Но вот между вот это вот вывалено, вот эта часть потеряна, вот здесь ее нет. Сейчас будем лепить сюда. Ну что, подпаривал так точками, потому что, ну, как уже говорил, что нельзя варить на одном или сплошным швом. То есть там прихватил, там прихватил, там прихватил. Ну и так вот бегаешь туда-сюда прихватками. Значит, это сейчас все сопли, какие сильно торчат, счищаю и вырезаю новую латку сюда. Ну, можно перед этим взять это крепление, прилепить, попробовать, болты все на месте, ну, подходят или нет. И уже потом оттачивать, если что, где-то подогнуть, подогнать, все будет хорошо. Ну, как-то так вот зачищал. Сейчас все теперь надо обмерить, сколько металла, чтобы запустить его туда. Там прихватимся точками. Здесь только опять же точка, точка, точка. Тут остывает, дальше там в следующем месте. Все будет точками получилось. Это латка. Здесь заварится точка, еще здесь поделаю контактные точки, потому что промахнулся не туда, сместил отверстие под направляющую и также понасверлю восьмеркой здесь точек, чтобы были сварочные точки такие, и по краям точками проварю. Здесь металл двойка, а здесь полторушка, вполне будет достаточно и будет держаться нормально. Но это уже наверняка, чтобы не промахнуться, закрутил в гайки эти болты, и она никуда не сместится сейчас, и можно свободно обварить, и все размеры останутся на месте. Вот так сварочную работу уже сделал. Сейчас все это дело зачищать. Здесь так вот прихватками все. Здесь два металла. С той стороны тоже на углах поделал отверстия для прихваток. И сверху еще поприхватывал. Теперь должно все это дело держаться. Сейчас все зачищаю. Уехала машина, я уже не стал снимать, хозяин был, видно было, все было заварено, мастикой я заделал, чтобы туда влага не попадала. Ну и теперь надо собрать инструмент, и все. На сегодня была такая работа, так что кому понравилось, поделитесь со своими друзьями. Все, до следующего видео.